сегодня я хотел бы рассказать вам дополнительные возможности улучшить свою жизнь и рабочие ваши особенности, ваши рабочие параметры уже сейчас. 20 октября будет конференция в Санкт-Петербурге. Я не знаю, может быть, кто-то еще не слышал об этом. Я считаю, грандиозное мероприятие, где соберутся те люди, которые вам дадут возможность что-то поменять или улучшить в вашей деятельности. Лично я буду читать доклад, как CRM помогает созданию удаленного отдела продаж. О чем я хотел бы рассказать на этом мероприятии, в этом докладе. Во-первых, таким образом нам, работодателям, нам, предпринимателям, не работать все больше, больше и больше. Ведь мы все понимаем, что концепция, что вот мы создаем бизнес и его развиваем, отнюдь не делает нашу жизнь легче и проще. То есть без автоматизации наших процессов нам точно не уйти. Во-вторых, каким образом нам масштабироваться и при этом снижать издержки на сотрудников. Это тоже очень важный аспект. Третий аспект – это вопросы сотрудников, каким образом им, с одной стороны, иметь возможность для перехода в частично удаленный режим работы, ведь огромное количество людей уже сейчас готовы и нужно создать просто лишь возможности. И второй аспект, если вы, условно говоря, хотели бы или ищете себе работу, каким образом, какие компании при каких условиях могут принять вас на работу и в каких условиях вы можете быть эффективным в этом удаленном режиме. Таким образом, на своем докладе, как CRM помогает созданию удаленного отдела продаж, я эти аспекты как раз буду проговаривать. Какие результаты я бы хотел бы видеть у своих коллег, у своих партнеров, у своих клиентов на выходе этого доклада? Во-первых, это, конечно же, использовать CRM. Я сейчас не буду обсуждать конкретные особенности конкретного вендора, например, один из Bittrex, но при этом я хочу заметить, что использование путь к этому использованию продукта дает возможность вам в конечном итоге автоматизировать огромное количество рутинных вещей, которые прибыли вам точно не приносят, а тратят уйму времени. Это раз. Второе, это, конечно же, снижать издержки на масштабирование вашего бизнеса. Ведь если вы можете купить сотрудника, условно говоря, из Сыктывкара и платить ему условные 15, а за этого же сотрудника вы можете оплачивать его труд в Москве и платить 60, то, наверное, стоит потратить немножечко времени, чтобы посетить эту конференцию и услышать, как, какими инструментами, за счет чего вы можете снижать свои затраты. И третий аспект, который бы для меня, или результат, который бы я хотел бы видеть на выходе этого доклада у вас, у ваших бизнесов, у ваших коллег, это, конечно же, увеличение времени, которое мы все будем проводить вместе со своими домашними, семьей, родными, близкими. Я не знаю, как вы, но для меня чрезвычайно важно, чтобы в момент, например, рождения моего ребенка и его роста, я много времени проводил с семьей. При таком варианте те моменты, которые в жизни больше не повторятся, я при них присутствовал, понимаете, о чем я говорю? Желаю вам счастья, желаю вам больше понимания процессов, желаю вам понимания несовершенства тех моментов, которые у вас есть, и желания их исправлять. Это с одной стороны. А с другой стороны, для меня это очевидно. Это, конечно же, я приглашаю вас на эту конференцию, приглашаю на свой доклад и буду рад ответить на ваши вопросы из зала или, может быть, после этого мероприятия, пожалуйста, где мы сможем с вами обсудить, как реализуется ваш кейс, ваш бизнес в рамках накладывания CRM на ваши процессы. Я убежден, что только лишь использование CRM позволяет уже сейчас, в этом году, до конца этого года, снизить ваши издержки на 30%, а ведь каждый сэкономленный рубль – это ваша прибыль. До встречи, высоких конверсий на этом мероприятии. До новых встреч, пока!